Здравствуйте все, дорогие зрители моего канала, с вами, как всегда, я Марат, и неожиданное продолжение игры Papers, Please. День 27. Переговоры на высшем уровне. Грешинский вопрос, конфликт не исчерпан. 19 декабря 1982 года. К нам идет зелененький челик. Спасибо тебе за все. Элизе тут так нравится. Она говорит, что нашего первенца мы назовем твоим именем. Я согласен, только я ей сказал, что сначала хочу дочку. Это немного, но мы придумали, как тебя отблагодарить. Элиза сама принесет к тебе домой. Надеюсь, поможет. Завтра меня перевозят. Береги себя, друг. И ты себя. Удачи. Следующий. Инспектор, в целях повышения эффективности работы, разрешения на въезд и внешние данные объединены в единый документ – визу на въезд. Иностранные граждане теперь должны предъявлять действительную визу на въезд. Назначено срочное совещание, где будет обсуждаться вчерашнее организованное нападение. Сегодня из Калечи прибывает важный посредник, который обсудит проблемы нашего пропускного пункта. Продолжайте изымать паспорта граждан Арстоцки, проживающих в Алтан. Слава Арстоцки. Так. Ты кто? Ты импр. Импр Хайхан. Импр Хайхан есть? Импр Хайхан, наверное, есть. Сейчас проверим. Я уже забыл все города, забыл как все, потому что давно не играл. Записываю только сейчас. Так, вроде разыскиваемых нет. Импр Хайхан есть. Так. Что там сказал нам? Я хочу навестить друзей на один месяц. Вы тут в Арстоцке все время меняете правила. Мою сестру на прошлой неделе пустили по другим документам, а теперь мне нужно новое право на въезд. Оно уже стоит в два раза дороже. Сложно как-то, но вы справитесь. Нужно справляться со сложностями. Так, импер Хайхан есть. Цель поездки в гости. Он сказал в гости. Он сказал навести друзей. В гости, значит, один месяц. Один месяц. Все правильно здесь. Рост 170. Да, он 170 есть. Хотя, давайте проверим. А чего? Что-то по твоему нажатию не работает. Странно. Работал раньше. Так, 170, да, 75, 75. Так, бородка есть, бородка есть. Лицо совпадает, мужского пола. Год 10. 83, все правильно. Так, ну вроде, а вот еще. Полиомиелит, гепатит, туберкулез. Так, Лукас Мор, кстати, еще проверить нужно. Вот эти вот данные. Они же ра... Не, странно как-то. Или это дополнение нужно покупать? За игровую валюту. Обычно я просто помню, что я два раза тыкал, и он появлялся. Да блин. Ну все совпадает. В принципе, прививки. Общие правила сейчас посчитаем. Справка о полиомиелите нормально все. Ну все совпадает. Не вижу причин. Вроде все хорошо у него. А, еще этот, печать. Мне кажется, с печатью все хорошо. Да, вот как раз таки кружочек ЕМБ. Без надписи вроде квадратик. Сейчас посмотрим. Документы. Это право на въезд. Да, все правильно. Хотя. Можно проверить. Данные совпадают, все хорошо. Проезжайте Лукас Моура. Это было просто бразилец. Вроде такое имя у футболиста нет, нет разве? Ваши документы. Езики. Прочесть. Срочно вернуть посыльному. Правительство намерено уступить требованиям Калечи и пойти на новые уступки по Грештину. Переговоры надо остановить.
Разрешите галичанскому дипломату въезд, но конфискуйте его паспорт. Следом появится агент Език, который заберет документы и воспользуется его именем. Так, ладно, хорошо. Поняли. А имя его, фамилия, или он сам признается? А, вот. Какова цель вашей поездки? Просто в гости. Продолжительность пару недель. Так, ну она не этот. Уэф Шинглтон. Уэф Шинглтон, помню. Волосы вьются. Ну, вроде вьются. 165, 165, 49, 49. Уэф Шинглтон в гости. Она сказала в гости. На пару недель. На пару недель, 14 дней. Все правильно. Так, полиомиелит есть и... Истекла, не истекла? Так, вроде истекла. А, это этот. Не, все правильно, все правильно. Наоборот, это когда она сделала. Она не может этот... Истечь никак. Главное, что сделано, главное, что сделано. Все. Так. Рядова гроза. Ну, все вроде. Личность зафиксирована, и она нет. Это не она. Лицо то же самое. Страшно. Вроде нет никаких запретов на ОФ. Так что можно спокойно отпускать. Все сравнил, ничего не забыл. Полуженский у нее был. Следующий. Ага. Срок паспорта истек. Вот это вот не проверил. Да-да-да, забываю. Так, ваши документы. А этот где? А, это Арстоцка. Алтан есть? Алтан. У вас изымается паспорт, но перед этим все нужно проверить. Что-то странно как-то у него соотношение. Толстенький пацан. Андерс Зханг. Паспорт нужно проверять. Я вот в прошлый раз паспорт не проверил. Он там был 100% истекший. Так, здесь все правильно. Похоже. Снанг, знанг, да, все это. Ну, во-первых, изъять паспорт. Полиомиелит есть, самое главное. 81, ну, неважно, когда сделанный. Оп. Паспорт был изъят. Но вы продолжаете свою жизнь. Свое путешествие. Паспорт, он изымается. Как я дальше поеду? Позвоните по телефону на справке. Вроде все хорошо. Не заметил чего-то плохого. Так, не забыть нужно у... Политика отобрать. Я переезжаю в Арсоску на постоянное место жительства. Постоянно, да? OF Great Rapid. Вот здесь не помню. Great Rapid. Объединенная Федерация. Оп! А, есть. Great Rapid. Где? Great Rapid. Да, все есть. Так, 83-я. Это следующий год, все правильно. Женщина. Лицо соответствующее, его нет нигде в базе, голова маленькая, ну, наверное, маленькая. Так, 46 килограмм, рост 159. Как-то мне кажется, вы выше, нет? Сейчас. А, совпадают, 159, ладно. Вот, вот смотрите, чуть не 160. А, ну да. УФ. Еще нужно проверить номер паспорта. Он как раз таки не совпадает. Бам! Эти номера не совпадают. Это какая-то ошибка. Документ нормальный. Иди ты в арест. Что вы делаете? Вяжем тебя. Понятно. Будете знать, как документы подделывать. И как на меня нападать. Я спокойный, мирный гражданин.
Какова цель вашей поездки? Меня пригласили на международные... Опа! Опа! Вот как раз таки искалечий парень. Значит, нужно забрать паспорт. Потому что нам так сказал Език. Език не врет. Ну, у него, наверное, все правильно. Поэтому пропустим. Че нам? Сейчас будет второй штраф, конечно, но... Не сильно-то важно. Это было просто. Я требую, верните паспорт. Он изъят. Я калечианский дипломат. Я здесь по приглашению правительства. Немедленно верните мне паспорт. Позвоните по номеру на справке, и вам его вернут. Быдло! Паспорт изъят незаконно. Понятное дело. Зато есть Език у нас. Выполненное задание от Езика. Больше нельзя совершать ошибок. Будем внимательнее. Антегрия Глориан. Антегрия Глориан есть. Если я не ошибаюсь, нужно проверить. Но я помню в Антегрии Глориан. Глориан, да, все правильно. Постоянно 162. Да, вы как раз таки 162, как я вижу, 78. Волосы темные. Это темные волосы? Мне кажется, блондин. Коричневато-светлый, не? Ну ладно. Так, ПМЖ, он сказал ПМЖ? ПМЖ. Все правильно, постоянно. Номер паспорта совпадает. Совпадает. Так, мужчина. Полиомиелит есть. Здесь. Совпадает. Хельковский Питер. Да, Петер Хелсковский. Ё-моё, мужчина. И в разыскиваемых его нет. Не вижу ничего, никаких преград. Сейчас что-то найдут же. Скажут, мол, пол неправильный. Ну, мужчина вроде. И по фотке совпадает. Можно пропускать, наверное. Срок действия 3 года. И здесь, кстати, вес до тоже. Правильно. Хотя, может быть, здесь неправильная печать. Но вряд ли. Как раз таки здесь квадратик и без надписи. Все правильно. Это было просто. Не сказал бы. Особенно, если мне сейчас штраф выпишут. Это будет вообще непросто. Документы. О, как! Я видел, как он вошел. Отдайте мне его паспорт. О, хорошо. Паспорт, вот колечко. Возьми. Вот и славно. Я на него похож. Только усы придется сбрить. Что делать? Все нам приходится идти на жертву. Печать на визу поставьте. Еще один, что ли, штраф будет? За Арстоску и орден. Колечанцы сошли с ума. Переговоры под угрозой из-за странного поведения чиновника. Идем на работу. Зимой 20 декабря в 1982 год. Инспектор. Министерство информации вынуждено реагировать на постоянное нападение, расширив программу изъятия паспортов. Изымайте паспорта у всех приезжающих граждан Арстовских, исключений нет. Не изымайте паспорта иностранных граждан. Слава Арстоцкий. Вот как раз таки. Арстоцкий, у него нужно изъять паспорт. Не забыть. Орвич Ванур есть. Линди Форма есть. Роберт Джозеф есть. Так, 1983 год. У нас 82. Продлил. Мужчина. Фотка и лицо тоже. И не в разыскиваемых. И полиомиелит. Все хорошо. Изымаем паспорт. И 181 рост. Нифига себе, какой-то он высокий для 181. Гигант. Ну, проезжайте. Где мой паспорт? Он изымается. Как я дальше поеду? Позвоните по телефону на справке. Вроде такой взрослый. А вопросы детские. Ваши документы. Какова цель поездки? Транзит. Продолжительность пару недель транзитом. Опа!
А что у нас с внешностью? Что у нас с внешностью? Внешность совпадает. ОФ. Шинглтон. Право на вест есть. МБ, да. Министерство въезда есть. Все правильно. Полиомиелит. Нормально. 3 года. 181 рост. Но он даже до 180 не достает. Ну куда ему 181? А реально? Вот смотрите, он 170 еле-еле осиливает, куда ему до 180. Особенно, когда он это выдыхает. 90 килограмм, волосы короткие. У тебя короткие волосы? Как думаешь? Значит, короткие. Въезд до. Все правильно. И проверить 3 сразу. Номера-то не совпадают у тебя. Проверьте еще раз. Да хоть 5 раз проверю. Что случилось? Ты представляешь угрозу для нашей страны. Уходи отсюда. Отошел. Следующий давайте. Проверяйте все данные и документы правильно. Заранее. Я хочу навести друзей. 60 дней. 60 дней навести друзей. Антигрия, кстати. Ну что это такое? Ну какое разрешение на въезд? Ну что ты делаешь-то, а? Какое разрешение на въезд? Нам право на въезд нужно. Какое разрешение? У вас нет права на въезд. Это что еще за хрень такая, право на въезд? Вы про разрешение на въезд? Вот. Я говорю про право на въезд. Не слышал про такую глупость какая-то. Жалко, я не могу его арестовать. Отказать. Разрешение на въезд и описание внешних данных больше не принимаются. Вместо них право на въезд. Мне так работать проще. Мне плевать, как у вас там работается. Черт бы вас побрал. Ты не читал, что ли, новости, что эти документы старые, больше не принимаются? Цель – дипломатически представить. Ух, ахуих. Арбистан, женщина, Ларндас, Арбистан. Лорндас, да. А, ну хорошо, 3 года. Еще на 3 года. Это 84-й будет. Не просрочено. Я все равно буду вас проверять. Может, найду что-то не то. Опа. Оп, а че вы паспорт не продлеваете-то? Срок действия этого документа истек. Тут, наверное, опечатка. Ну, опечатка, значит, идите к себе домой. В Арабистан. Зачем вы в нашу родную Арстоцку-то претесь? Возьмите. Дипломат, блин. Нашелся мне тут. Документы сначала проверь, дипломат. Ваши документы. Да вы просто кожа до кости. Сил у вас никакой. Приходите в зал, я вас подкачаю. Качаю мышцу восточной гречки. Так. Сейчас я вас проверю, блин. Будете меня тут оскорблять, кожа до кости. Правильно. Алтан. Так. Получается, что? Ничего больше не надо? А, это же нужно всем. Где у вас? Справка о прививке. Полиомиелита. Все ближайшие должны пройти вакцинацию. Я про это ничего не знаю. Но это разве наша проблема, что вы ничего не знаете? Идите обратно. Опять в Ростоцку вам нельзя. Отказ? Ха! Чего еще ждать от такого дохляка?
чего еще ждать от человека болеющего? Паспорт не изъят, еще паспорт же надо было изъять, к тому же я забыл. Я дипломатический представитель. Я думал, когда ты отказываешь, паспорт изымать не надо. А оказывается, надо. Теперь буду знать. Вы все дипломатические представители, сначала говорите, что вы дипломатический представитель, у вас все хорошо, а потом оказывается, бац, фигня какая-то. Извините, но Бостон в республике я вообще не слышал. А, Бостон, есть, извините. Неправильно посмотрел, есть Бостон. Моя ошибка. Опа. Это имя. Вильхельм Винтро. Все есть. Так. До 83-го, все правильно. Арштоцкий импорт. Полиамилит. А, 3 года, блин. Успел, кстати. Да, молодец, успел. И здесь все правильно, и арстоцкий импорт. Ну давайте принимаем. Приезжайте, вам можно, вы мужчина, и вас нет в преступниках, как я понимаю. Ну, только с этим схоже, давайте проверим заранее. Но это не он. Да, лица другие. Проезжайте, дипломат. Дойди. Это было просто. Ошибки нет никакой? Я вроде все проверил. Печать не проверил. Давайте следующий, последний получается у нас. Ваши документы. Готовьте документы заранее. Работа. На год. Ой, как сложно, конечно, все. Опа, опа, опа! Опа! Чё это? А, фух. Снова террористы, блин. Ужас какой-то, уже который день. О.Ф. Серийный убийца детей бежал из тюрьмы. Симон Венс, уроженец Арстоцкий, возвращается домой. А, это, кстати, этот, которого я вначале посадил же. Так, запомним. Симон Венс и так далее. Ищем по вот этому. Опа! Инспектор! Давно не виделись. Прочтите сегодняшний бюллетень повнимательней. Мы побеседуем со многими сотрудниками. Ваше слушание совсем скоро. Я проведу его лично. Вам бояться нечего. Работайте как следует. Ты в тюрьме. Не, тебя нечего бояться, преступник. Внимание! Все государственные служащие будут подвергнуты тщательной личной проверке. Связь с незаконными формированиями является основанием для немедленного ареста. Жалко? Ваше слушание назначено на 24 декабря. Не выезжайте из района своего назначения. Продолжайте изымать паспорта у всех въезжающих граждан Арстоцки. Слава Арстоцки. Герой Астотии, папа! Какова цель поездки официально? Да. Пригласили тебя официально. А чего ж не вы на фотографии-то? Даже не знаю, что сказать, это я. Ну, сначала мы проверим, конечно. Если не вы, то не вы. Второе имя у вас нет? Все странно. Да блин, все совпадает. Прям точь в точь. Фоткайтесь, пожалуйста, вовремя. Обновляйте паспорт, а то вот вы уже постарели. Непонятно, что это вы. Все совпадает. Мари Бальтьян. Вы. Чтоб вы знали, я вас знаю. Антегрия Сан-Мармеро. Сан-Мармеро вроде в Антегрии находится, если я не ошибаюсь. Сан-Мармеро. Еще вот интересно, печать проверьте. Совпадают. Ну, вроде все хорошо. Да, это дипломат. Полиамилит есть. Все правильно. Ладно, въезжайте.
Езжайте. Это было просто. Так, Винс. Нужно найти его и снова посадить в тюрьму. Хе-хе-хе! Я читал газету! Привет, Джорджи. Штат Арсовская с ума сошла! Может, тебе стоит уезжать ненадолго? Арбистан – хорошая страна, сразу на север отсюда. У нас паспорта отобрали, мы не можем уехать. Знаешь, это плохой знак. Погоди, я знаю одного парня. Ты ему просто даешь настоящий паспорт, он работает, он данные меняет из твои. Я это все на своей шкуре изучил. Нужен паспорт Арбистана? Он совсем как настоящий. У меня его приняли. Умеренные цены, никаких вопросов, кратчайшие сроки. Условия на обработке. Так, паспорт 20, пропуск 5. Клиент предоставляет подлинный паспорт, в него будут внесены изменения. Работаем на границе Арстовский из Арбистана. Спроси Тимофея Ви. Так, ну давайте тогда разрешим ему. В принципе, не вижу причин отказать. Ну, потому что он хороший персонаж в целом. Харизматичный, веселый. Спасибо еще раз. Слушай, знаешь чего? Возьми мой паспорт. Я другой достану, без проблем. Запомни все, что написано. И отдай, если дочитал. Мне неприятности не нужны. Дочитал. В Арбистане в это года очень красиво, снега много. Не знаю, где найдешь еще паспорта для семьи, но ты же умный, придумаешь что-нибудь, чудащий тебе. Ладно. Въезд не гарантирован, поняли? Нет гарантии на въезд. Что он там? Паспорт взять незаконно. Он сам мне дал! Я собираюсь здесь работать. На 6 месяцев. Служит он в авиации. На сколько? На 6? На полгода. Так, работа. 90. 183. Да! Блин, ничего себе. Прям ровно. Импер НК. Помню, НК. Постоянно сталкиваюсь с этим. НК. НК, НК, НК. Хочется, конечно, без права разрешить, но нужно проверить. Полимелит есть. Вот это все совпадает, я уже вижу. Зандергуплинг, 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 авиация до 83-го. Так у нас 82-й только год. 84-й, 83-й и, блин, хорош. 3 года еще. Так, получается, работа, работа правильность. 8, так, это короткая стрижка. У вас она короткая? Мне кажется, длинноватая. Ну ладно, совпадает. МБ, кружочек, МБ, кружочек. Проезжайте. Полимелит есть. Подождите-ка. Это не вы ли? Ну, просто похож немножко. Не связи. Ну, похож и похож. В чем проблема? Тем более он Зандергуплинг, а не какой-то Винс Лэнстарт. Это было просто. Я все проверил. Не проверил только пол. Не смотрелся, ну вроде мужчина. Цель в гости. Месяц в гости. 171, 63. Смотрим на него внимательно. Спокойно уходит, все, молодец. Западный Грештин. Восточный Грештин в Арстоцке, как я помню. Там Грештин поделен напополам. Арстоцком, да, Восточный Грещин, это Калечья, Запад, ну все правильно. Вдруг я ошибся. Калечьянка, видим. Гости на месяц, волосы длинные, ну вроде длинные. 63, вес до, 84 здесь вообще. Полиомиелит. Не истек, ничего себе, прям вовремя. Прям вообще молодец, в этом году даже делали. Респект вам. Молодец. Надо теперь проверить. Да, зафусник. Адья. Натья зафусник. Так, ну вроде все правильно. Можем пропускать, я думаю. Женщина,
Код правильный, это правильное, не на работу, в гости просто приезжает на месяц. Ну и все совпадает. Хотя нет, может быть она... Не она. А может быть Винс Лэнстер просто сменил пол? А? Вам так не кажется? И стал завхозником Нафи? Не. Не полиция, что? Это было просто. Ну а вдруг? Описание. Ну у нее же это, длинные волосы нет разве? О, брат! Какова цель поездки? Я просто транзитом. Пару недель. Эмиль! Полиамилит. Тропистан. Лорндаз. Арбистан. Какой-то Эмиль. Странно, кстати, Винса Лестера до вот этого нет. Арбистан. Лорндаз. Все правильно, не истек. Полиамилит есть. И он не истек. И он не истек. И он полиамилит. Эмиль. Все правильно. И это тоже не истекло. Транзитом пару недель. Что вот здесь неправильного? Вот скажите мне. Вы заметили? Пишите в комментариях, что у него неправильного. Я все. МБ. Вот это вот проверил. Справка о вакцинации. Если он транзитом, не нужно иметь работу. Волосы короткие. Парень, как я понимаю. Ну не девушка же. Ну все разрешить. Не вижу преград. Блин, сейчас будет. Проверил код. Что не так-то? Номер паспорта. Не проверил код. Ладно. Я сюда переезжаю навсегда. Так, братан. Братан. Приезжай, но в любом случае тебе нужно предъявить право на въезд. Ты иностранец, ты не из Арстоцки. Мне его не дали. Твоя проблема, чё? И их тоже проблема. Скажи им. Мне его не дали. Ну и ладно. Опа! Винс Лестерт. Взгляните на это. Не, не ты. Ага. Симас Винс отнял ее у меня. Я за ним больше месяца гонялся. Я знаю, что он придет сюда. Я прошу об одном большом одолжении. Но это важно. Пропустите его, если увидите. Только сначала паспорт отнимите. Я снова приду. Вы дадите мне его паспорт, я смогу его выследить. Я заставлю его мучиться так же, как мучилась из-за него Юля. Папа, я тебя люблю. Ради благого дела. Ваши документы. Какова цель вашей поездки? Навестить друзей. Продолжительность визита несколько месяцев. Так, ну ждем вас завтра в 6 утра, как всегда. Давайте даже не думать. Хотя. Елена Стринская, Республия. Да как-то долго не хочется задерживаться, въезжать. Мне что-то все равно. Или у вас? А-а-а, да конечно, въезжать. Естественно. Срок действия закончился. Я про это ничего не знаю. Можно и этот? В тюрьму засадить. Хотелось бы. Уходите. Отошли. Ваша жена нашла старую семейную фотографию. Вы можете бежать. Барбистан в одиночку. Да, можем в одиночку. Смотрим концовку.
Вы все бросили. Сын, жена, племянник, дядя и теща готовятся к возвращению в Нирск. Вы садитесь в ночной поезд, идущий на северные территории. В нем почти пусто. Вы покупаете подделанный в спешке паспорт. Новый пропуск. Они выглядят ужасно. К утру вы прибываете на границу. Очередь стоит огромная. 6 часов спустя. Документы. Вот, пожалуйста. Въезжаете один? Да? Я хочу навестить родственников. Меня не интересует, зачем вы приехали, ждите. Шлёп! Добро пожаловать в Арбистан. Следующий! В безопасности ли ваш? Сын, жена, племянница, дядя и теща? Неизвестно. Одна из концовок. 16. Papers, please. Документы, пожалуйста. Всем спасибо за просмотр, дорогие зрители моего канала. Всемирного неба над головой, всего самого наилучшего, здоровья, самое главное, огроменного здоровья.